From among the five gifted nominees tonight, the winner could be, for the first time, a woman. Живя глобально в патриархальном обществе, где кино, снятое мужчинами, это данность, как часто вы задумываетесь о том, каким был бы мир, будь он полностью снят женщинами? Понимание, что в реалиях сегодняшнего дня это кажется не таким уж и абсурдом, стоит отметить, что лишь 100 лет назад женщины по праву начали свой путь с обучения до полноценного голоса в обществе, как сегодня. Но если откинуть все домыслы и попытаться посмотреть объективно на кино, так уж ли оно разделяется на мужское и женское? С кем неоспоримо считались не только самые влиятельные режиссеры эпохи, но и значимые фигуры истории? Это видеоэссе посвящено чистой поэзии в кадре от запоминающихся женщин-режиссерок в истории кинематографа. Мы попытаемся разобраться в исключительности именно этих режиссерок 20 века. В 1934 году Лени Рифеншталь, будучи молодой документалисткой, поехала в Нюрнберг запечатлеть съезд НСДАП, результат которого позже назовут выдающимся документальным и самым популярным пропагандистским фильмом в истории. Немецкая режиссерка и фотографка – одна из самых неоднозначных фигур кинематографа 20 века. Взлет ее режиссерской карьеры пришелся на период господства нацистской Германии. Ich habe nie eine Nazi-Uniform angehabt. Ich hatte eine Uniform an, wie sie alle Kriegsberichte hatten und wie sie anhaben mussten. Die Farbe war grau-blau. Ich kann gar nicht verstehen, wie man darauf kommt. Und ich habe auch niemals gesehen, wie Polen ihr eigenes Grab ausgehoben haben. Проходят годы, а режиссерский талант и операторские находки до сих пор восхищают многих профессионалов и сегодня. Документальные фильмы «Триумф воли» о партийном съезде НСДАП и «Олимпия» об Олимпийских играх в Берлине принесли Рифеншталь весьма двусмысленную славу. Но именно эти два фильма кардинальным образом изменили кинематограф на «до» и «после». Техническая революционность методов и инструментов, заложенных ей, и ныне находят применение. Большое количество операторов и аппаратуры, прокладывание рельсов для движения камер. Именно она достигла предельной степени художественности в репортажном кино, возвела документальную хронику в ранг искусства. World-famous motion picture studios. Beautiful, glamorous femininity. Классический кинематограф или золотой век Голливуда, стиль которого был характерным для кино времен между 1910 и 1960 годами. Айда Лупина – известная актриса, которую часто воспринимают только в этом амплуа. Stay away, I swear I'll shoot you! Don't you understand? Please, I don't want to. Give it to me. Keep away from me, Jeff D. Please, keep away, keep away. Keep away. Все же по праву считается одной из первых женщин, кому удалось построить карьеру режиссерки в игровом кино. What are you doing, Roland? Face front.
and keep driving. Sure, I'm Emmett Myers. Do what I tell you, and don't make no fast moves, or a lot of dead heroes back there get nervous. Пройдут годы, но не пройдут времена, когда режиссеры перестанут говорить о важности и влиянии на их стиль новой волны, той самой, французской. Послевоенная Франция, уставшая от буржуазной жизни, юные, бунтующие, присытившиеся от предсказуемых стилей повествования, ищущие новые каноны, революционно расширяющие язык кино. Это сегодня громкие имена, как Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, и бесспорно, она, Агнес Варда. Minute beau papillon. Être laide, c'est ça la mort. Tant que je suis belle, je suis vivante et 10 fois plus que les autres. I think one of the things that I like best about Agnes's film is it's one of the few films that I've seen in a long time where I recognize real people. And far from being grotesque, one of the interesting things about the film is that there really are lots of people like this. Конец 60-х годов знаменует собой разные столкновения. Там и студенческие волнения во Франции, движение реваншистов в ФРГ, антивоенное движение против войны во Вьетнаме в США и период либерализации Чехословакии, именуемой в истории «Пражской весной». Вера Хитилова, как настоящий художник, подсвечивает болевые точки общества того времени, искавшее выразительность через эстетику и социальную повестку. Víš co? Když se všechno kazí, tak budeme kažené i my správně vadí. Nevadí. Эпоха правления Леонида Ильича Брежнева в истории Советского Союза стала одной из самых долгоживущих и контрастных периодов. В течение его правления с 1964 по 1982 год возникло много споров о характере того времени. Как любой другой период стагнации, такое время позволило сформироваться творческой элите, ярчайшим представителем которой и стала Кира Муратова. Ты меня просто не любишь. Вот в чем все дело. Ты меня любишь? Ну, перестань, мама. Мама, мама, мама. Все говоришь, мама, мама. Не любишь ты свою маму. Вот в чем дело. Засекни. Не любишь ты свою маму. Ты меня не любишь уже больше, как говорила мне ночью? Я не люблю мужчин. Я не люблю женщин. Я не люблю детей. Мне не нравятся люди. Этой планете я поставила бы ноль. Лилиана Кавани, итальянская режиссерка, будучи ученицей легендарного Лукино Висконти, переняла его вкус даже в кастинге для съемок «Ночного портье». В каждом своем фильме наибольшее внимание уделяла психологии героев, которые не воплощали социальные и художественные типы общепризнанных идей своего периода. Предельный натурализм картин в сочетании с их психологической достоверностью породил новый тип фильмов о фашизме.
her whole, he would see the sets behind, he would see the whole atmosphere that was seen that she was going to do. He would see it all as one. It was absolutely marvelous. That's what it's like to work with Visconti. Творчество Акерман относится к авангардному течению в кинематографе второй половины XX века. Фильм Жанна Дильман «Набережная коммерции 23», «Брюссель 1080» о структуре жизни, в плену которой находится человек, в структуре быта, в плену которого заключена женщина. On a déjà assez raconté des histoires folles d'amour qui n'arrivent presque jamais, ou le cinéma a montré une image de la femme vue par les hommes qui est complètement fausse. Нужно понимать, что у феминизма, как и у любого другого вида высказываний, есть множество течений. Все они образуют собой один большой спектр. Для полноценной жизни каждого участника нужно всецело иметь желание поменять нормы, которые нуждаются в эволюции. Если в фильмах доминирует театральность постановок, красочные декорации, желание увековечить великолепие мест и пейзажей, камера, реагирующая на эксцентричность персонажей, воля показать реалии обездоленных людей, а вышеперечисленное вдруг не Федерико Феллини, то с точностью о фильмах Лины Вертмюллер. Итальянская кинорежиссерка и драматургиня, первая среди женщин, номинированных на премию «Оскар». Смотрящая на все через свои белые очки, порой до абсурда. Создательница специфического киноязыка, не вписывающегося в традиционные модернистские каноны, но ставшего неотъемлемой частью мирового кинематографа. «1976 год. В Советском Союзе есть два главных режиссера. Это Алексей Герман-старший и Андрей Тарковский. Именно в этот период свой творческий потенциал раскрывает Лариса Шепетько. Сегодня фильмы Шепетько вполне себе артхаус и не для всех. Непонятный на первый взгляд, слишком спокойный для большинства. Как и фильмы Германа и Тарковского, фильмы Шепетько достаточно долго пылились на полках, ожидая своего пика. Противоречивая общей идеологии в свой временной отрезок, она хорошо вписывается в реалии сегодняшнего дня, в которых до сих пор удается черпать глубинные новые смыслы. Есть вещи поважнее собственной шкуры. Где они? Ну что это? Из чего он состоит? Это чушь. Мы же конечны. Со смертью для нас кончается все. Вся жизнь, мы сами, весь мир. Не стоит. Ради чего?
пример для потомков. Но героической смерти у вас тоже не будет. Вы не умрете. Вы сдохнете, как предатель. Не выдашь ты. Кто-нибудь другой выдаст. А спишем все на тебя. Ясно? Мразь. Мразь человеческая. Есть режиссерка, чьи фильмы невозможны без ее героинь. Девочек, девушек, женщин, выходящих за привычные социальные рамки и устои. Очень часто они не вписываются в среду обитания, отнюдь. Их отличие не делает их эталонами. Образцом для подражания их точно не назовешь. Джейн Кэмпион практически всегда делает кино о трудной судьбе сильных женщин. И за это их часто называют феминистическими. So, if you've come with no feeling for me, then go. Почти все ее героини прокладывают себе путь через человеческие предрассудки ценой собственного здравого рассудка. Прогибая под себя систему, добиваются своего и строят свою жизнь так, как хочется им самим. Get out. Leave! Истинную природу женщин сможет понять лишь другая, возможно, не похожая, имеющая противоположные взгляды на окружающие нас явления и процессы. А показать этот мир может лишь женщина, любящая себя и женщину в себе.